Что ты смеешься? Страшно дело. Ебал этот момент, конечно. Ну давай я сейчас до офиса дойду, бля, я что-то не помню, потому что несколько было, блядь, накладных. Через контрольно-пропускной пункт в аэропорту Домодед. А смотрите, вот опять, да? То есть попали через Москву, а работали в Петербурге. Это несправедливо. То есть их так пидорят, писали, как... Я думаю, вряд ли. Допрашивают эти самые пристали. Ты там, ты от этого! Я от этого, я из Домодедова. В общем, все. Ну и вот девушка... Нихуя не проедет. Я по истечении этого сроками, они визы не продлили, и вот их высылают насильно в Нигерию. Вот это придурок, а? Видите, какая штука? Я вот не хочу обсуждать там проект. Социальную проблему, Два с половиной. Я про людей. Два с половиной мало. Ну смотрите, я про этих из Нигерии. И про каких же? Давай!